Итак, всем привет, экс-махина. Блин, опять ты не туда смотришь. Короче, нашел я пиратку на старом компьютере. Но почему-то здесь профиль игрок, хотя был. Да ладно. Не-не-не, да не хочу я теперь. Уф, а как надо? Вот тупость, а вот нельзя тупо отмену нажать, что ли? Я не хочу по новой проходить. Когда с флешки загрузил, он видео сохраняет. Там какой-то профиль CJ был. За 2016 год. Да, это я в курсе. Нет. А, это кто? Мод 5.0. А 5.1 же еще есть. Нет, иди, короче, лесом. Я хочу другое. Профиль. Да как так? Был же профиль. Игрок. Был какой-то CJ. Блин. Ну давайте посмотрим, короче. Если интересно мод, то да без проблем перепройду на этом моде. Может даже 5.1 поставлю. Просто странно, на этой... она у меня крашнулась. Странно даже как-то. Сохранения нету. Давай по новой. А если опять крашнется? Тогда ее в жопу, короче, и все. Блин, повезло тебе. Да-да-да, проснулся. Нет, нет. Музыка слишком громкая. Я вообще хотел поставить ВКонтакте музыку, ну ладно. Чё у нас тут интересного? Ух ты, нифига. Я, честно говоря, чё так мало места-то? Только кузов большой. Да ладно. Теперь еще и движки покупать надо. Вы охренели? У меня 1000, да? Это что такое? КПП? Дубль. Нифига себе, от мотоцикла ставить на... Блин, ни хрена не вижу. Теперь получается... Ну да, базовый комплект. Бидон. Какой из них поставить-то? Давай на 43 литра. По оружию ничего нет. Возьму мешок картошки. Ну-ка, едет? Ой. А, блин, подожди. Заправиться-то кто будет? Ну-ка. А чё у него какие-то колеса маленькие стали? Да ладно. 40 километров. Еще и патроны теперь есть. Ой, короче, я сделал... Ну-ка, консоль работает? Нет. Сделал, короче, первый обзор по этому моду. То есть, смотр. Да ни хрена... А чё так бензин-то быстро кончается? Ой, чё-то мне уже не особо нравится этот мод. Я понимаю, что он для хардкорщиков, но... Я хоть до заправки-то доеду. А бак у меня на сколько? 43 литра. А двигатель чё? Жесть. Ну да, физика подвески немного изменилась. Не то чтобы в лучшую сторону. Что это такое? Какая-то тень была. Мне просто, если честно, в лом перепроходить, учитывая, блин, что мы будем еще медленнее ездить. Ну это я помню. А оружие что там? О, я даже попасть в него толком не могу теперь. Да. Что там с тебя выпало? Шершень. Классика.
Один патрон только в меня прилетел, что ли? Что-то и FPS тут с этим модом какой-то скачет, как козел, блин. Не, ну я не удивлен, на такую машину ставить двигатель от мотоцикла. Как она вообще еще едет, блин? 15 лошадей-то. Я даже не знаю, что за мотоцикл был, который 15. Урал, Урал или там Днепр. Хотя там вроде больше лошадей было. Ну, ладно, в принципе, расход терпимый. Это наверняка в начале игры такой геморрой. О, у тебя еще и патроны. Блин, надо было заправиться. А вот теперь мне хана. Блин, если ты на сраный шершень... Это что там справа такое? Какая-то база, что ли? А карта... Ух ты, карта другая стала. Такая более-менее детализированная. Я вот о чем говорю. Вот если на шершень уже патроны вон сколько стоит. Сколько будет стоить на энергетическое оружие? На тот же слон, Один. Какой там самое крутое. Этот молот Тора. А где второй? Картофан. У меня место, блин, там на мешков 5, наверное, хватит. По-моему, деревьев больше стало. Нет, ну... А, ну вот уже... Чего? Да пошел ты нахер, блин. Как дела? Нормально. А кто говорит? А ты? Опять ИПшник. Почти ушатанный. Ну под горку-то хоть давай быстрее. Последнюю передачу включил. Да, с таким двигателем, с такой скоростью здесь должен быть круиз-контроль. Ну, тупо хотя бы С включил и поехал спокойно. Ну-ка. Не. А может и есть круиз, я просто не знаю. Это союз фермеров, я, получается, тоже фермер. Хотя значка фермера тут уже нету. А по-моему, на обычной версии он был. Ну и плюс колеса точно я помню, что больше были. А сейчас они какие-то маленькие. Ух ты. Привет. Это еще что такое? Вентигач? Это что за дичь такая? Он еще едет так быстро, блин. Прикольно. Ну, тут вроде бы ничего не изменилось. Ну, наверное, этот мод только переделал технику, баланс. Усложняет, короче. Леса. А, ну я помню, в той части я ей отказал. А в этот раз давай прокатимся. Давай. Я сначала заеду, мне заправиться надо, а то... Будешь меня тянуть, блин. А, хотя у меня денег-то нет. Картофан. Опа. Не, подожди, сначала заправиться. Да. Чё продаете? Скаут. Нифига себе, можно скаута купить. Прикольно, слушай. Вен. А, кстати. Как здесь ставить? А, во. О, нифига, у него седло там. Он же обосрется тянуть его. Ну, это все по классике. Ястреб какой-то. Ну, тут тоже ничего нового. Но у меня сейчас и денег-то ни хрена нет. Так, мне бы какой-нибудь двигатель. А, от КПП зависит, да? Ну, в принципе, да, логично. 55, 40... Мотоциклетная вьюга.
Мемзе. Мемзе. Да, пушки у вас, конечно, тут тоже говяны. К фермеру вроде бы надо было. Ай, да не-не-не, не к тебе, вот. К Сергу. Да-да-да. Все, теперь можно назад ехать. Ух ты. А раньше он еще и выезжал. Слушай, ну мы будем очень долго ехать. Подожди, здесь же вроде бы огород был. А, вот трактор. Что-то я не пойму, какой-то трактор другой стал. Нифига, на нем оружие какое-то еще и висит. Ты полегче. Так, ладно. Типа тахометр сразу. Ладно, давайте на этом закончим. Я еще не знаю, буду ли я проходить или нет. И хочется, конечно, и, блин, столько геморроя сейчас опять будет. Тем более, это как пиратка, и можно не париться, что сохранение там еще что-нибудь. Ладно, если я передумаю, я обязательно запишу серию. Так, всем пока.